муж-абьюзер, зачем вы это пишете? Самая простая практика, это практика, ходите, смотрите на всех мужчин и представляете, будто эти мужчины подходят к вам, вас обнимают, и вы хотите, чтобы они вас обнимали. Вот так. Это так мир устроен. Смотрите, уже рассказывал, могу повториться. Женщина устроена так, чтобы давать. Что давать? Она детей рожает, она молоком ребенка кормит, она ухаживает, дает свою заботу и так далее. А что мужчина? Ну, мужчина вот только пользуется. И получается, что же должна научиться делать женщина? Не можете выйти замуж? Научитесь давать. Что давать? Не спать с кем-то. А что это обозначает? Хоть что-то мужчине. Какому? Не знаю. Придите в детский сад, раздайте там мальчикам конфеты и каждого мальчика обнимите. Сделайте так 4 раза, замуж выйдете. Такие, проверено ли это? Уверенно 100%, если вы будете это делать от чистой души. Но я хочу вам сказать, не каждый мальчик подойдет и захочет с вами обняться и захочет взять у вас конфетку. Почему? Потому что там у вас где-то сосулька. И эта сосулька, она должна будет растаять. Вот так. А мужчины говорят, а я не могу женщину найти, я не могу женщину, мне никто не дает и так далее. А что необходимо сделать? Смотрите, если женщина должна дать мальчикам, каким-либо, накормить кого-либо или там поухаживать за кем-либо, то мужчина должен наоборот. Он должен делать так, чтобы принимать, то есть он должен расслабиться и говорить, если женщина обратила на него внимание, то он должен ждать, говорить, а что еще? Или там, а как еще? И вот после этого, почему мужчина должен там дарить ей цветочки или целовать ручку, почему? Потому что такая женщина будет готова что-либо дать, готова дать эмоции, красоту и так далее. Почему так все устроено? Проявляйте к людям милость, и они, вернее, проявляйте к людям доброту и нежность, вот так. Проявляйте к людям нежность, и люди будут к вам относиться с милостью. Что такое милость? Что подают в церкви? Подают милость. Тогда как необходимо относиться к этому миру? С нежностью. Почему? Чтобы не поломать. Почему? Наломали уже, вон, видите, сколько всего. Не стремиться жить с мужчиной в паре. Нет, не стремиться и не стремиться. Вам не нужно стремиться жить в паре и не стремиться жить в паре. Почему? Стремитесь любить. Вам нужно стремиться любить. Жить в паре, не жить в паре, все фигня. Вообще, от первого слова до последнего. 50 лет, 90, 160, 60, тело чехол, но в теле душа вечная. Именно поэтому нужно знать, что чем душа добрее, теплее, ярче, тем ярче, теплее, добрее жизнь и в жизни к человеку. Я могу сказать, что любить важно. Любите того, с кем живете. И тогда, а если уйдет от вас, махните рукой, не боритесь. Почему? Жизнь одна. Но я хочу вам сказать, чаши весов вами проявленной доброты к этому человеку, они настолько будут тяжелы, что на тяжесть ваших весов слетятся. Смотрите, вы накопили доброту, но человек эту доброту у вас не взял. Он решил от вас покинуть. И на эту чашу, почему? Чем добрее, тем тяжелее чаша. И вот рядом с вашей чашей будет идти другой человек, и в нем много доброты, которую он хочет в кого-нибудь или с кем-нибудь поделить. И после этого он должен сесть на эту чашу, и ваша чаша должна уравняться. Поэтому, когда с вами живет абьюзер, когда вас бросили и так далее, работайте над тем, чтобы быть добрым, потому что чем больше вы ненавидите, тем сильнее чаша поднимается. И найдете такого же. Поэтому работайте над тем, чтобы быть абсолютно добрым человеком. Сердечно добрым, чувственно добрым, мега добрым. И тогда в вашей жизни, как это проявить? Много есть всевозможных эзотерических практик. Это звук я, это восхищение, это удивление, это терпение. Это ощущение, что радость вас наполняет. Это все делает человека добрым. Видение красоты, желание счастья. Таким желание красоты в себе,
и так далее. Отпустите, скажите, да, этот был какашкой, я его прощаю, какашки мне не нужны. И после этого я жду своего, скоро у меня свой будет хороший, добрый, буду его любить. И после этого к вам придет такой, который на ваших чашах будет больше, чем вы. Да, это и есть, наверное, тайна. А там жить мне судьбу и так далее. До момента, пока вы себе не скажете, я использую, и мне удобно. Вот если есть использую, удобно, это все ложь. Чем больше лжи в момент того, когда начинают друг другом жить, тем несчастнее жизнь, и тем хуже она заканчивается. Причем и для хорошего, и для плохого. Почти всю жизнь прожила одна, сейчас мне 53. Слушайте, любите просто. Любите просто, ни на что не обращайте внимания. Возраст любви не помеха.